Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Рада вас приветствовать в своем новом видео. Муж уехал в город по делам, ну а мы с Машей попросили, чтобы нас завезли в парк погулять, насладиться прекрасной осенью. Поэтому взяла себе глинтвейн, очень люблю на вишневом соке, и мы пошли с Машулькой гулять по парку. На обратном пути заказала доставку продуктов, недостающие ингредиенты для ужина. Вернемся с прогулки и все вам покажу. Быстрая распаковка из магазина «Перекресток». Сейчас покажу, что приобрела. Не доставали мне ингредиенты для сегодняшнего ужина, поэтому заказ небольшой. Во-первых, я взяла филе цыпленка, буду запекать с овощами. Дальше для ужина заказала сыр моцарелла, зеленая линия, нравится он мне. Далее зефир, который вам показывала в прошлый раз, взяла его снова, повторюсь, очень хорошая цена на него в «Перекрестке». Далее для ужина заказала вот такие вот шампиньоны Market Fresh, королевские. Мне нравится, когда есть наличие, беру именно такие, потому что у них более насыщенный вкус. Кстати, вот хочу обратить ваше внимание, что все приходит в отличном качестве, с хорошими сроками годности. Вообще к этому никогда у меня никаких вопросов нет. Также заглянула в раздел с акциями. В «Перекрестке» какие скидки и акции в магазине, такие же распространяются на доставку. По акции было вот это вот масло Филиппа Берио. Оливковое взяла его. Дальше заказала вот такой вот соус томатный с базиликом. Он также мне пригодится для ужина. Муж попросил вот такие вот гёзда с курицей на пару. Это, по-моему, новинка, «Перекресток Селект», у них появилась такая корейская кухня. И также у меня муж там любит римскую пиццу пепперони, это Market Collection, очень вкусная. А это я заказала бытовую химию, специально не распечатала, чтобы показать, как все приезжает. Взяла мое любимое средство для сантехники от Майны Либы. В «Перекрестке» широчайший ассортимент, есть и продукты питания, бытовая химия, товары для малышей, сезонные товары, товары для животных. Всегда нахожу все, что нужно, и очень быстрая доставка. По традиции оставляю свой промокод на скидку Гурьянова20, он дает скидку в 20% на первый заказ для новых клиентов. Ссылочку на магазин «Перекресток», а также мой промокод ищите в описании под видео или переходите, отсканировав QR-код на экране. Ну, а мне сейчас предстоит уборка в прихожей. Ну и первым делом я решила разобрать выдвижной ящик, в котором у нас хранятся шапки, шарфы, перчатки, варежки мои и Лешины. Достала все кофры, протерла влажной тряпочкой ящик, кофры вернула на место, они у меня здесь фетровые, пропылесосила их и теперь аккуратно все складываю, аккуратно возвращаю на место, перебираю, смотрю, что... Может быть, потеряла актуальность, чем мы не пользуемся, что мы не носим, что, возможно, мне просто не нравится. Выделила для себя несколько таких вещей. Вот, что-то отдам, а от чего-то избавлюсь. Just what it was needed.
аккуратно все сложила. Теперь это выглядит гораздо лучше, мне нравится. Ну и я продолжаю дальше разбирать полочку за полочкой. Достаю обувь. На таких обычных полках у нас хранится обувь по сезону, которую мы носим. Пропылесосила и протираю влажными салфетками. Но, как видите, они не особо-то и грязные. Возвращаю обувь, которая актуальна, на место. Заодно проверяю, в общем, какая обувь у нас есть в прихожей. Возможно, что-то нужно достать, что-то нужно убрать. У нас, в принципе, установилась уже такая погода, что выше плюс 10 градусов не поднимается температура. Поэтому обувь и верхнюю одежду, которая на такой холод уже не рассчитана, я сейчас все буду убирать. Обувь тоже складываю в пакет, буду я ее мыть, но, естественно, мыла я ее не в этот день, потому что разбираю все уже вечером. На следующий день перемыла обувь, она у меня вся высохла, и я уже ее разложила и убрала по местам. То же самое с куртками, которые я убрала. Предварительно я их стираю и уже убираю на хранение. Полочки чистые, и я теперь обувь возвращаю на свои места. Сбоку полочки тоже разобрала, они открытые. С одной стороны, это неудобно, потому что там скапливается пыль, с другой стороны, удобно. Там, допустим, у меня стоят мои сумки, в общем, все на виду, можно брать любую. Ну и решила я там перебрать пакеты, пакет с пакетами, все более аккуратно и компактно сложить. Протираю полочку и аккуратно расставляю. Вот видите, там на подоконнике у нас в корзине хранятся средства для ухода за обувью, за одеждой, щеточки разные, все там разобрала, что пустое, лишнее тоже выкинула и сложила. Также протираю вот эту вот лавочку, внизу у нее обувница, пропылесосила все, протерла влажной тряпочкой. Основание, вот эта скамья с обувницей из Икеи, а все сверху мы это делали сами с Лешей, своими руками, вот, и вот эта вот боковинка, она прикручена к стене, и получается, что сама лавочка, обувница тоже прикручена, поэтому невозможно ее отодвинуть, то есть вот можно только снизу дотянуться, промыть, вот, ну, конечно, не очень удобно, но ничего страшного. И спрашиваете, откуда вот эти подвесные кашпо, это магазин Ларидут. Заказывала очень много лет назад, вот, ну и как-то они здесь так прижились. Стены в итоге мы под них нигде там не сверлили, не делали никакие отверстия, а здесь они хорошо смотрятся. Теперь буду разбирать другую лавочку, которая у нас стоит в прихожей. Здесь корзины, и в них хранится одежда детей для разных секций, для фигурного катания, их сумки для плавания, и также хранится несезонная обувь, которая у нас без коробок, без упаковок, ну, то чаще всего детская, и я могу что-то положить, но обувь такую, которую там покупала типа в Заре, в каких-то таких местах, которые опять же идет без упаковок. Все достаю, мы сейчас с девочками все разберем, там чехлы, какую-то одежду, форму буду перестирывать и аккуратно складываем. Ну и все лишнее, неактуальное, там из чего дети выросли, тоже все убираю. Эта лавочка с легкостью отодвигается, поэтому отодвинула ее, пропылесосила и протерла плинтус. Мою входную дверь. И, девочки, знаете, что хотела вас спросить? Я вот покупала коврик сюда на Валберес или на Озон, честно, уже не помню. Когда показывала, многие сказали, что за ним очень легко ухаживать, его очень легко мыть. Вот расскажите, как вы вообще его стираете, как вы его моете, как вы за ним ухаживаете, потому что, ну,
он уже требует внимания, требует стирки, там, я не знаю, в тазике вы стираете или как, в стиральную машину я как-то не рискну, вот такой предверный коврик положить, все-таки он очень грязный, в стиральной машине мы нижнее белье стираем, поэтому нет. Буду благодарна вашим рекомендациям, ну а я протираю комод и вытаскиваю всю детскую одежду из шкафа, потому что какая-то одежда и так у нас валялась в прихожей, плюс мы заезжали на Валберес, пришла зимняя одежда для девочек, то, что я заказывала, там пуховики, куртки, штаны. Детскую одежду, обувь аналогичным образом буду перебирать, как и нашу. То, в чем уже холодно ходить, буду стирать. А что-то уже выстиранное просто уберу на хранение, ну и аккуратно разложу по контейнерам. У детей там хранится термобелье, вот какая-то такая поддевка флисовая. Дальше шапки, шарфы, варежки, там краги, ну и такого плана носки. Я просто раскладываю, ну, по каждому ребенку. То есть у Лизы свои органайзеры, у Софийки свои органайзеры, чтобы ничего не путалось, ну и удобно было одеваться. Ну что, прогресс в уборке есть, возвращаю кофры с несезонной одеждой на место, также сейчас верну на место контейнеры с шапками, шарфами, которые я разложила, обувь разложу, скинула я сверху коробки из-под обуви, которые нам не нужны, занимает много места, и в общем сейчас все ненужное соберу в мусорные пакеты и вынесу, чтобы Леша уже отнес их в мусорку. Ну, мне кажется, уже так значительно лучше и чище. Сейчас я буду приводить в порядок нашу коляску, уберу все лишнее, какие-то игрушки там, потому что когда мы гуляем, у нас там Машенька и листья собирает, какие-то камушки, веточки, и не всегда я это успеваю выбрасывать до прихода домой. Поэтому сейчас я буду приводить коляску в порядок, какие-то пластиковые элементы протираю влажной тряпочкой, ну а остальное просто собираю пылесосом, очень удобно. И на место сейчас верну конверт, потому что Машулька у меня дневной сон спит на улице, и это просто замечательный конверт от Элоди, он еще у меня или с Лизы, от Лизы достался или от Софии, я не знаю, он очень теплый, флисовый, на синтепоне, ну классный, то есть спать в нем комфортно, Машулька всегда приходит теплая, поэтому сейчас я его зафиксирую, вот там есть отверстие для ремней, и никуда он не сползает, хорошо держится в коляске, и вот в нем мы как раз таки сейчас гуляем. С коляской тоже полный порядок, и меня спрашивали, как ухаживать за колесами. Здесь колеса очень легко снимаются, поэтому если, допустим, мы ездили на прогулку в парк, или я гуляю где-то за территорией, то колеса просто снимаю и мою их в раковине. Если же мы гуляли где-то вокруг дома просто, да, никуда не ходили, то я могу их протереть влажной тряпочкой, не снимая. В общем, в уходе они очень простые, особенно в сравнении с нашей предыдущей коляской. Вот там, конечно, просто замучаешься снимать колеса. Здесь все очень просто, на кнопочку нажала, и все. Ну, уборка в прихожей у меня практически закончена. Мне осталось только протереть фасады у шкафа, и все.
Девочки, сейчас я буду готовить йогурт. Для приготовления нам потребуются вот такие баночки. Они у меня по 200 мл, очень удобно на литр молока. Я уже простерилизовала сами баночки, крышки, просто залила кипятком. Дальше здесь у меня литр молока. Я его подогрела до температуры где-то 40-42 градуса. И нам потребуется закваска. У меня вот такая закваска для йогурта. Но готовить свой йогурт я буду в сушилке Изидри. Да, ее можно использовать круглый год, а не только в сезон фруктов и овощей. Закваску я добавила в теплое молоко, все хорошо перемешиваю, размешиваю где-то минутку и дальше разливаю по баночкам. Получается где-то 5 минут активной готовки, и вкусный домашний йогурт с чистым составом у нас готов. Конечно, йогурт нельзя приготовить в любой сушилке, но у дегидратора Изидри потоки воздуха идут по определенной траектории, за счет чего поддерживается постоянная температура на всех уровнях. А вообще весь август мы сушили в ней яблоки, зелень, грибы и так далее. Урожай в этом году был просто отличный. Я вам, кстати, показывала, как делаю в ней пастилу. Молоко разлила по баночкам, теперь закрываю крышками и буду уже перекладывать баночки в сушилку. Посмотрите, вот так выглядит поддон, недостаточно высокий, поэтому вот такие баночки встают без проблем, но размер позволяет и готовить йогурт в больших количествах. Теперь включаю сушилку, выбираю температуру 40 градусов и ставлю на 8 часов. Через 8 часов йогурт будет готов, его нужно будет переложить в холодильник. Время созревания йогурта 8 часов, но у сушилки низкий расход электроэнергии. Ну и у нас уже с вами следующее утро. Я сейчас вам покажу, какой получился йогурт. Ночью я выключила сушилку, переложила в холодильник, он у меня уже охладился. Посмотрите, какая консистенция. Йогурт получается очень вкусный, без кислинки. У меня дети такой очень любят. Я помню, когда Софийка была маленькая, постоянно ей готовила домашний йогурт, потому что никакой другой, ну, там, покупной магазин она не ела. Чем можно, что можно, точнее, добавить? Ягоды различные, фрукты, все, что есть в холодильнике, я и использую. Это может быть и банан, и киви, и манго. Также добавляю немножко гранолы. Дети любят, когда она хрустит в йогуртах. В общем, полный полет фантазии. Можно добавить варенье, можно орешки, кокосовую стружку, шоколад. Девочки, вот вам лайфхак, чтобы экономить деньги на закваске. Одну баночку я убираю в холодильник, и ее можно использовать как закваску 3 раза. Вот, добавлять в молоко и готовить новую порцию йогурта. Так получается гораздо выгоднее. Ну а теперь собираем наш вкусный завтрак. На дно я выкладываю фрукты. Повторюсь, они могут быть разные. Киви, бананы, манго и виноград, и мандарины, и апельсин. У меня дети любят, в принципе, все. И какие-то свежие ягоды, и замороженные, и варенье. В общем, собираю, и получается у нас такой вкусный, полезный домашний завтрак. Ссылку на сушилку оставлю в описании к видео, переходите и можете ознакомиться подробнее. Ведь в ней можно сушить и зелень, и овощи, фрукты, ягоды, грибы, мясо и многое другое, а еще и йогурты готовить. Ну а у нас уже утро следующего дня, мы отправились на вкусный завтрак с потрясающим видом, а потом в планах заехать в Син, хочу поснимать для вас новогоднюю коллекцию, которую там выставили. Если вы спросите мое мнение, рано, не рано, я считаю, что это очень рано, и я не знаю, куда торопятся так магазины, представляя коллекции новогодние там чуть ли не с 1 октября, вот, но... К сожалению, если сейчас не купить, то в декабре вы точно это не найдете. Ну вот, мы уже приехали в магазин Син, хочу показать вам очень классные вот такие вот домики, подсвечники. Стоят они 999 рублей. Мне кажется, в любом другом магазине они будут стоить значительно дороже. Коллекция в магазине Син в этом году мне очень понравилась. Я кое-что для себя тоже приобрела. Покажу вам чуть позже, когда вернемся домой. Здесь просто широчайший ассортимент разных свечей, красиво
было оформлены они, но такие свечи все-таки я не рекомендую зажигать, потому что они выполнены не из самых качественных и безопасных материалов. Ну а так вообще погулять, вдохновиться. Очень красиво в магазине Синна в этом году. Потихоньку буду посещать разные магазины, снимать вам оттуда обзоры, показывать, что мне понравилось. Ну и вообще, в принципе, когда я снимаю, даже вот в этот раз, хоть и стараюсь показать вам по максимуму, да, но все равно глаз за что-то цепляется, то, что мне симпатично, интересно, это я вам и буду показывать в своих видео. Заглядывала буквально одним глазком в Кюхенленд, честно, мне не очень понравилось обилие змей у них и на тарелках, и везде, я их просто терпеть не могу, вот, но зайду, я видела, что там есть коллекция с какими-то домиками, в общем, тоже поснимаю, может быть, что-нибудь тоже себе там прикуплю, но, повторюсь, в этом году коллекция в Син мне прям очень понравилась. Вы знаете, я помню, там, когда я начинала только вести свой канал, там, лет 5 назад, начинали выставлять новогодний ассортимент в первых числах ноября. И все говорили, как рано, куда так торопиться. А сейчас уже с начала октября. Но это, я считаю, действительно перебор. Мы просто выкидываем, я не знаю, несколько месяцев осени, получается, практически целый сезон. К чему такая спешка, непонятно. Я уже вернулась домой, кое-что прикупила в магазине Син из основной коллекции для дома и также из новогодней, поэтому сейчас все вам покажу. Во-первых, взяла вот такой красивый фотоальбом. У нас много фотографий, вы знаете, из такого фотоаппарата, вот моментальной печати, типа как Polaroid был. Fujifilm, кажется, он так называется, много фотографий, и нужен был фотоальбом. Очень мне понравилась расцветка, внутри он самый обычный, обычные странички, решила его приобрести, по стоимости он 499 рублей, здесь 200 фотографий, 10 на 15, там, конечно, поменьше, но удобно будет вставлять вот в эти файлы, вставляются они с внутренней стороны, ничего не будет вылетать. Попался на глаза, нужен был какой-то альбом, села. Я думаю, у каждой мамы есть такая памятная коробочка, где хранятся бирки из роддома, возможно, там первый бодик, ну, у каждого свое, да? У кого-то, может быть, там первая пустышка, ну, что-то такое. И у меня тоже есть, но это не коробка, там просто в контейнер сложены вещи, и хотелось что-то такое красивое. И я увидела в Сине такую коробочку. Называется Hello Little Bear. Очень она симпатичная, милая, по стоимости 499 рублей. Она на магнитном замке и вот так вот открывается. Как раз я сюда положу памятные вещи, бирки, то, что на ручку надевается, моих девчонок, все я это храню, вот, возможно, даже сюда маленькие бодики влезут, потому что они много места не занимают, и вот будет у меня такая памятная красивая коробочка. А далее, для детской я приобрела два постера, они мне очень понравились, такие рамочки, и постер выглядит вот таким образом, Magical Forest Morning. Красивые цвета, 299 рублей вот эта рамочка стоит. Не знаю, какой размер здесь, ну вот такая она. И взяла побольше, сейчас вам тоже покажу. Вот такой вот постер с растительным животным принтом. По стоимости 399 рублей.
очень красивое. Поставлю на комод, может быть, над кроваткой повешу, посмотрим. Но мне понравилось вот на такой осенний-зимний сезон, мне кажется, очень симпатично. Это все, что я взяла из детского отдела, и покажу вам новогодние уже товары. У меня здесь много разных свечей, но они, конечно же, будут служить декоративным элементом, потому что красивое оформление. И вообще хочу сказать, что коллекция Всин в этом году мне очень понравилась. Итак, взяла я вот такой набор свечей. Здесь в комплекте 4 штуки по стоимости 199 рублей. Открыла я их только дома, они мне очень понравились. И я думаю, что возьму еще. Сейчас вам покажу, как они выглядят. Вот такие витые свечи. Красиво смотрятся. Я тут поставила уже в подсвечник. И сейчас вам покажу поближе. Смотрите, какая красота. Ну, мне кажется, действительно замечательно выглядит. Вот, можно взять еще на зимний сезон. Доступная цена. Следующая свеча, которую я взяла, выглядит таким образом. Здесь еловые веточки, надпись. Или вот такого плана свеч, которые продаются в магазинах, они, мне кажется, не супер безопасные, да, особенно когда горят, не супер безопасные. Я, повторюсь, беру именно как декор. Поставить на кухне, на кухонную столешницу или, возможно, на полочке. Вот тоже хочу их в этом году оформить. В общем, взяла такую свечу. Они у меня не столько горят, хотя у них также приятный аромат. Вот именно зажигать свечи я предпочитаю другие, которые из натуральных ингредиентов изготовлены и безопасны во время горения. А это именно такой декоративный элемент. И, кстати, сейчас вам покажу вот эти свечи. Мне кажется, они просто очаровательные. Посмотрите, вот такие шары. Ароматы тоже потрясающие. По стоимости эти свечи стоят 699 рублей. Мне кажется, что-то подобное сейчас продается в Кюхенленд и стоит, мне кажется, раза в два, может быть, в полтора дороже. Вот эта свеча по стоимости 599 рублей. В керамическом она идет в таком стакане. Даже если вы ее будете жечь, то потом, опять же, можно использовать, да, как подставку подо что-то. Просто как такую декоративную чашу, опять же, для интерьера и на следующий сезон. И вот эти свечи потрясающие, просто красивый, глубокий изумрудный цвет. Камера его немножко сейчас высветляет, но на самом деле цвет глубокий, очень красивый. Тоже можно использовать не один сезон, даже если свеча у вас прогорит, все сгорит, можно потом почистить и оставить такими красивыми шарами. Значит, взяла в зеленом цвете, вот в таком вот перламутровом. Посмотрите, какая красота. И в таком красном. Ароматы, повторюсь, тоже приятные. У меня сейчас свечи закрыты, они не сильно пахнут, но вот в магазине были тестеры, я слушала ароматы, приятные. Еще свеча, которая мне понравилась своим оформлением, вот такая вот, Mulled Wine. Здесь бархатная наклейка, такой же бархатный бантик, красивый цвет золота, приятный аромат. Тоже в качестве украшения, декора. Мне очень-очень понравилась эта свеча. И еще одна свеча, которую я приобрела, это уже в детскую, моим девочкам. Традиционную елку у них мы украшаем в такой нежной цветовой гамме, розовой. И вот такую свечку тоже решила приобрести. У нее красивое оформление, мне кажется, в качестве подарка для любителей, для ценителей тоже будет замечательно. Эта свеча стоит 399 рублей. Аромат приятный. Я взяла вот такую рамку. Hello Winter, 299 рублей, красивый оттенок мангового дерева, у меня уже есть подобное, и для симметрии взяла вторую, поставлю здесь как раз рядом со столом в нишу, такую рамочку. Следующее мое приобретение, это вот такая вот лампа, смотрите, в красивом зеленом оттенке. Такой хвоя. Она у меня пойдет на кухню, возможно, поставлю на столешницу, может быть, на полочку. Работает от батареек. Батарейки еще не ставила. И, в общем-то, она светится, горит. Цена у нее, сейчас вам скажу, 999 рублей. Вот, опять же, взяла на осенний-зимний сезон. Подходит она мне по зеленой цветовой гамме. Даже вот вместе с этой свечой, да, красиво будет смотреться, я думаю, ну посмотрим дальше. И взяла вот такие вот, девочки, наволочки декоративные с вышитыми елочками из бисера. Цена у них 599 рублей, по размеру 45 на 45.
Вы знаете, безукоризненное качество. Очень-очень красиво смотрится, благородно. Красивый, насыщенный зеленый оттенок. Взяла две штуки. Вот. Я думаю, положу одну подушку на кресло, может быть, одну на диван. Красивая. То есть, с одной стороны есть эта вышивка, с другой стороны нет. То есть, если, может быть, захочется использовать не только как декоративную, но и прилечь, можно будет перевернуть. Ну, конечно, главная нагрузка такая смысловая, это декоративный. Там еще были декоративные наволочки в красном цвете, но мне не очень понравился, а вот в зеленом просто шикарные. Далее взяла вот такую раму. Понравился мне такой абстрактный рисунок. Тоже хочу я ее поставить либо в столовую зону, либо на кухню. Посмотрю, примерю. По цвету, мне кажется, подходит под наш интерьер. И по стоимости эта рамка у нас 599 рублей. Вот такие у меня покупки, девочки, из магазина Син. У нас уже следующий день, покажу, какими домашними делами занимались мы сегодня. Говорила вам несколько видео назад, что хочу почистить диван. Я постирала наволочки на подушке. Классно, кстати, отстирались. Стирала при температуре 90 градусов, но решила рискнуть, потому что они действительно были грязные. Стирала с перкарбонатом, и они прям супер очистились. Ну и попросила мужа почистить сам диван пылесосом, который как раз-таки вот он там для такой домашней химчистки. В принципе, неплохо очистилось, можете сами посмотреть. Попросила мужа, потому что диван большой и нужно прикладывать усилия. Вот я предпочла посидеть, поразвлекать Машу, вот, а он пускай чистит его. Девочки, уложила Машульку спать. Сейчас уберу свой KitchenBot от Atwell, кухонную машину, протираю ее и буду уже заниматься приготовлением ужина. Девочки, сейчас буду готовить курочку с овощами. Подготовила уже ингредиент, сейчас вам все покажу. Итак, нам потребуется куриное филе. У меня здесь 3 грудки. Далее, для маринада курицы нам потребуется соль. Я буду вот использовать такие ароматные травы с луком и чесноком. Далее, сладкую паприку и сушеный чеснок. И также нам потребуется подсолнечное или оливковое, какое вам больше нравится. Это то, в чем мы будем мариновать нашу курочку. Дальше нам потребуется из овощей лук, перец, кабачок и шампиньоны. Для заправки овощей нам потребуются те же самые специи, которые мы будем использовать для курицы. Также нам потребуется томатная паста, сливки у меня 10%. Дальше здесь у меня томатный соус, показывала вам, который в доставке Перекрестка у меня был. И сюда я переложила сыр, моцареллу, будем натирать сверху. Курочку будем запекать в духовке. Сейчас будем подготавливать уже все ингредиенты. Куриное филе разрезаю вдоль на две части, ну и также срезаю, если есть какие-то жилы, жирок, возможно, там остатки хрящей, тоже все срезаю, чтобы мясо было чистое. Ну, предварительно, естественно, я его промыла. Сейчас нарежу и дальше еще раз снова промою и просушу бумажным полотенцем. Сейчас куриное филе выкладываю слой за слоем в форму.
засыпаю специями, которые вам показала ранее, естественно, солю, добавляю оливковое масло и оставляю мариноваться. Я вот такими пластами мариную, пока нарезаю овощи, оно у меня промаринуется, потом я все вместе перемешаю. Ну, можете, в принципе, так не заморачиваться, просто в какой-нибудь чаше все это перемешать и оставить мариноваться. Кстати, если вы любите жареное мясо, то можете обжарить каждый кусочек до румяной корочки, вот, ну и потом уже запечь, чисто чтобы там сыр расплавился и вкус объединились курицы и овощей. Девочки, замариновали курочку, сейчас будем нарезать овощи, а она у нас как раз пока постоит и промаринуется, ну там минут 15 будет достаточно. Овощи можно, в принципе, использовать любые. Я отталкивалась от того, что у меня было в холодильнике. Единственное, что я очень хотела добавить грибы, поэтому я их и заказала. Ну и произвольно нарезаем. Я нарезаю полукольцами, четверть кольцами. А вы смотрите, как вам привычнее. Знаете, несмотря на то, что я куриное филе предварительно не обжариваю, как бы не запечатывая сок внутри, все равно из-за наличие овощей, курочка получается очень сочная, несмотря на то, что это грудка, и несмотря на то, что она приготовлена в духовке. Я отправила уже в сковороду овощи. Сейчас буду все тушить. А при закрытой крышке я буду готовить до полной готовности. Объясню почему. Потому что куриное филе у нас нарезано тонко. И чтобы к нему приготовиться в духовке, нужно совсем немного времени, ну там 20 минут максимум. Овощи, возможно, за это время до конца не пропекутся. И чтобы не пересушивать мясо, я их готовлю вот на сковороде. Добавила уже специи, которые я вам ранее озвучивала. Добавила томатную пасту, томатный соус. Сейчас сюда добавлю сливки. Конечно же, посолила. Попробуйте обязательно на вкус, возможно, вам будет не доставать сладости, потому что мы добавляем томатную пасту, тогда можете добавить там чайную ложку сахара. Ну и пока овощи готовятся, я натираю сыр. Куриное филе у нас промариновалось, я выкладываю его на противень, сверху буду выкладывать готовые овощи, ну и потом посыпаем сыром. Можете посыпать сразу, я люблю часть посыпать сразу, и потом уже там за пару минут до готовности посыпаю оставшейся частью сыра, чтобы он, знаете, такой был тянущийся. В общем, мне нравится такой вариации. Готовлю при температуре 180-200 градусов, режим конвекция. Повторюсь, ну там буквально 15-20 минут. Ну, конечно же, ориентируйтесь на свою духовку. У всех она почему-то печет по-разному. Я думаю, каждая хозяйка уже приспособилась и приблизительно понимает, за сколько у нее приготовится тот или иной продукт. Вот, ну и пока готовится курочка, я уже помыла посуду, которую использовала, сейчас вытираю и буду раскладывать по своим местам. Ну и также протираю все поверхности на кухне, чтобы она у меня оставалась в чистоте и порядке. Девочки, я на кухне навела порядок, все у меня готово, там как раз курочка сейчас в духовке стоит, Маша спит,
У меня чешутся руки, хочется что-то еще сделать. Я решила испечь мадлен для девчонок моих, что-нибудь вкусненькое на вечер. Ингредиенты максимально простые. Значит, что нам потребуется? 3 яйца, щепотка соли, где-то пол чайной ложечки разрыхлителя. Дальше у меня здесь 100 грамм растопленного сливочного масла, 100 грамм сахара, можно положить 70. Если не любите сильно сладкое, можно добавить и 70 грамм. Муки нужно 120 грамм. Итак, яйца смешиваем с сахаром до однородной консистенции, потом добавляем муку и разрыхлитель. Еще раз все хорошо перемешиваем, ну и затем уже вводим растопленное сливочное масло. Можно делать венчиком, можно взбивать миксером, как удобнее. Но миксером, мне кажется, будет поудобнее здесь взбивать, потому что сливочное масло мы добавляем в конце, и получается вот эта вот консистенция яйца с сахаром и с мукой такая достаточно густоватая, чтобы размешать ее рукой до однородного состояния. Если не хотите пачкать лишнюю посуду, то можете, как я, воспользоваться просто венчиком. Девочки, очень быстрое, очень простое, вкусное печенье. У меня дети всегда его едят с огромнейшим удовольствием. Раскладываю формочку. Формочка бренда Attitude, по-моему, так и называется. Я в свое время покупала в каком-то хозяйственном магазине. Возможно, есть на маркетплейсах, поищите. Очень нам не нравится, много ей лет. И посмотрите, идеальнейшее состояние, как новое. Отправляем в духовку разогретую. Температуру 180 градусов буквально на 15 минут. Ну и все готово, сейчас вам покажу результат, что у нас получилось. Все получилось очень-очень вкусно. Советую вам готовить. На этом буду свое видео заканчивать. Обязательно подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Также свои видео я дублирую в ВК-сообщество. Если вы не подписаны, обязательно подписывайтесь. Ну а мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока. Ну и рецепты для вашего удобства оставлю в описании.